Посмотрим, как она сложится для команд. Ну а пока смотрим за атакой Орехова Зуева. Хороший вынос мяча был, но этот вынос превратился в хороший пас благодаря ошибке защитника. И счет Орехова Зуевцы открывает на первой минуте встречи. Вот это да! Говорил я уже о том, что 11 матчей не забивает знамя труда ворот текстильщика. Карпук ставит корпус, не пускает Чижиков к мячу, находит помощь на правом фланге. В итоге передача в штрафную и хороший удар Андрея Ляха и 1-1. Хорошо, мяч лег на ногу Андрея Ляху. И на 7-й минуте встречи у нас текстильщик восстанавливает статус-кво. Уверенно показал он, что игру нужно продолжить. Мацхарашвили, вторая попытка. Хороший прострел и счет 2-1. Карпук поставляет голову и выводит Ивановца вперед. На 14-й минуте встречи Илья Карпук первый свой мяч за текстильщик забивает. Ну что, все, наверное, к этому шло. Уж очень опасно были атаки ивановцев. Все эти минуты после пропущенного на первой минуте гола. Ну и назревал, честно говоря, этот второй гол. И уже молодцы-молодцы. Вот такое вот признание от ивановской публики. Восточная трибуна вмещает около 3000 зрителей. Давайте попозже об этом. Шилов получает мяч на левом фланге. Хороший навес, штрафную. И снова там один. Теперь же Жиронкин и 3-1. Вот это да! Все получается у ивановцев. В штрафной одни они остаются после навесов, после проходов. Ну и сейчас, по-моему, все-таки Мацхарашвили, да, не Жиронкин. Как мне показалось ранее, Мацхарашвили, да, партнеры его именно поздравляют. Именно он, автор третьего мяча. Еще раз на повторе смотрим. Здорово он тут замыкает навес Дмитрия Шилова. 3-1.